В субботу 6 июля православные христиане чествуют Владимирскую Киево-Выжгородскую икону Божьей Матери. Киево-Выжгородская или Владимирская икона Пресвятой Богородицы является одной из самых почитаемых в нашей церкви. По преданию, ее написал апостол и евангелист Лука на доске стола, который был в доме праведного Иосифа и Девы Марии. Увидев икону, Богородица повторила свои пророческие слова: «Отныне будут ублажать меня все роди», и добавила: «Благодать родшегося от меня и моя сею иконою да будет». При византийском императоре Феодосии-младшем в 450 году икону перенесли из Иерусалима в Константинополь. В наши земли она прибыла в начале 12 века, попав сюда в качестве подарка князю Юрию Долгорукому от константинопольского патриарха Луки Хризаверга. Образ был поставлен в храме женского монастыря в Выжгороде, что под Киевом. Вскоре икона прославилась великими чудесами. Когда сын Юрия Долгорукого, князь Андрей Боголюбский, решил удалиться на север, то взял чудотворный образ с собой. В 10 верстах от города Владимира в сторону Ростова везшие повозку с иконами лошади стали и не хотели двигаться с места. Во время молитвы перед образом князь получил от Божьей Матери указание оставить святыню во Владимире. Тогда он заложил храм в честь Успения Пресвятой Богородицы для пребывания в нем иконы. Спустя 2 года, в 1160 году, церковь возвели и в нее внесли образ. С тех пор икону стали называть Владимирской. Неоднократно по молитвам перед этим чудотворным образом люди были избавляемы от нашествия кочевников с востока и от других бедствий. В 1395 году икону перенесли в Москву. Ныне она хранится в храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее.